Привет, Димон! Привет! Как у тебя сегодня дела? Отлично! Дай 5. Итак, сегодня мы наконец-то начинаем наш долгожданный розыгрыш в честь 50 тысяч подписчиков. Да. Вот они стоят, наши призы, вернее, ваши призы, не наши, а ваши призы. Машина на радиоуправлении, здесь у нас BMW и Honda NSX. Это все сейчас вам достанется, и мы, конечно же, сейчас определим, кому именно достанется, да? Да. Кто именно у нас выиграл, кто у нас получил эти призы. А прежде чем начать, Димон еще хотел сказать, что буквально вчера мы пожаловались, что у нас только желтый El Toro Loco, да, из Monster Jam. А теперь появился красный. А теперь появился еще и красный, как Димка и хотел. Нам дедушка сделал такой замечательный подарок. И теперь El Toro Loco у нас есть еще и в красном цвете. Ну все, это круто. Немножко похвастались, да? Рассказали. Начнем наш розыгрыш? Да. Розыгрыш у нас, конечно, происходит в этот раз рандомно, да? Выбираем случайным образом нашего победителя. И для этого нам нужен ноутбук, который вот здесь вот стоит. Пойдем к ноутбуку. Ага. Так. О, тут смотри. Что там? Там на фоне, да, чтобы не было никакого обмана, там на фоне видно наше видео. Так, сейчас сделаем как-нибудь экран, чтобы не так отсвечивал. Да, вон оно наше видео, как вы можете видеть, что это именно то видео, в котором мы объявили розыгрыш, никакого обмана. А здесь у нас написано, что под видео оставили 420 комментариев, 845 лайков и 74 тысячи просмотров. Ну что, давай начнем определять нашего победителя? Да. Ты готов? Да. Узнать, кто же победил. Итак, да, еще один важный момент. Победителей будет у нас 3, да, то есть мы сейчас 3 человек выберем сначала. А потом уже из этих 3 человек, тех 3, кого мы здесь выберем, мы разыграем вот эти призы. Кому достанется Honda, кому достанется BMW и кому достанется вот этот вот наш главный приз, машина на радиоуправлении, да? То есть мы сейчас выбираем сначала 3 участников, 1, 2 и 3, а потом уже объявляем, кто выиграл какую машину. Итак, давай начнем. Ты готов нажимать кнопку? Какую? Вот эту, мне повезет. Сейчас ты только на нее нажмешь и сразу же появится первый победитель. Вот на эту кнопочку нажимай. Итак, первый победитель. Ждем, ждем, ждем. Пошел процесс выбора. Пошел под процесс выбора. Та-ра! Андрей Белов. Итак, Андрей нам пишет. Мы, кстати, условия в конкурсе у нас было, что написать, как зовут. Андрей Белов. Мне 10 лет, и я живу в городе Энгельсе. Ну все, Андрей, поздравляю, ты уже победитель, тебе уже гарантированно достанется один из призов. Пока еще не знаем какой, но ты уже победил. Сейчас будем определять дальше. Итак, выбираем следующего. Сейчас нажмешь еще раз на нашу кнопку. Ты готов нажимать? Да. Итак, давай, нажимай. 3, 2, 1. Миша Алексеев. Миша Алексеев, да? Миша. Мне 9 лет. Живу в Новочебоксарске. Да, правильно. Миша Алексеев. И Миша живет в Новочебоксарске. Ему 9 лет, да, Димон? Ага. Молодец, все правильно прочитал. Жорику тоже 9 лет. Да, Жорику тоже 9 лет. Передай привет Жорику с Глебом. Привет. Так сюда смотри. Привет, Жорик и Глеб. Да, привет. Братья. Теперь мы выбрали Мишу в качестве 2 нашего победителя. Мы тоже тебя поздравляем, ты уже гарантированно получаешь приз. И остался еще один победитель у нас. Знаешь что? Что? Мне завтра будет 7 лет день рождения. Круто, да, завтра будем тебя поздравлять. Итак, подожди, не нажимай, чтобы все было по-честному. Итак, ты готов? Да. Давай, 3, 2, 1, жми. Есть. Итак. Данил Мадинский. Данила Мадинский, поздравляем. Меня зовут Данила, и я из Иксыкульского района, поселок Боевой. Мне 13 лет, я обожаю модельки, и у меня день рождения как раз 21 октября. О, так я поздравляю тебя, Данила Мадинский, у тебя день рождения сегодня. Прям удачно, это такой подарок тебе на день рождения, да, Димон? Данила, поздравляю с днем рождения! Да, круто, мы тебя поздравляем. Ну что, 3 наших победителя определены, и сейчас мы будем выяснять, кому же из вас, из наших победителей, достанется какая машинка. Да. Начнем. Та-дам! Вот он наш волшебный спиннер.
Да. На его гранях написаны наши призы. BMW, Honda и Monster Truck. Monster Truck — это Димон попросил так назвать наш главный приз, нашу машинку на радиоуправлении. Итак, смотрите, мы берем, ставим наш спиннер вот сюда по центру. Димон сейчас его раскрутит, и на кого куда покажет наши призы, тому, короче говоря, куда указал спиннер, тому тот приз и достанется. Сейчас Димон крутит, я думаю, вы все поймете. Итак, давай, ты готов? Да. Давай, крути. Убирай руки, чтобы все видно было. Итак, спиннер крутится, и сейчас мы узнаем, кому же какой приз достанется. Ты за кого болеешь? Я за Мишу. Понятно, я болею за всех. Я надеюсь, что подарки наши понравятся всем нашим победителям. Я думаю, что я хочу, чтобы Миша попался в Monster Truck. Так, не трогай ничего там. Так, и 3, 2, 1, достается Monster Truck. Monster Truck достается. Давай, давай, кому? Все, у нас есть победитель. Monster Truck достается Андрею. Смотрите, чтобы все было по-честному. Да, Мише достается Honda, BMW достается Даниле. Да, тут вот смотрите, как бы вот так сверху снять. Получается, что Monster Truck пересек границу, Honda пересекла границу и BMW ушла туда. Вот они, наши победители. Таким образом распределились наши призы. Я вас поздравляю. Димон, ты поздравляешь наших победителей? Да, да, да. Да, Миша, поздравляю. Ой, Миша, говорю, Андрей. Поздравляем тебя особенно, ты стал нашим главным победителем, тебе достается вот этот вот джип на радиоуправлении. Данил, тебе достается вот это вот крутейшее BMW. Да. Да. Миша, тебе достается наша Honda NSX, она тоже очень классная машинка. Да. Ну и Андрей, тебе достается вот этот вот классный Monster Truck на радиоуправлении. Все, поздравляем победителей. Спасибо большое всем за участие. Мы благодаря вашим комментариям много узнали о вас, о наших подписчиках. Сколько вам лет, в каких городах вы нас смотрите, да? Чем вы занимаетесь? Есть очень большие комментарии, которые мы читали с интересом. Там ребята писали прям, чем занимаются, какие наши видео нравятся им больше всего и так далее. Спасибо всем. Кто не выиграл, не расстраивайтесь. Розыгрыш не последний, обязательно будут еще. Да, Дим? Да. Ну а на этом на сегодня все. А ты подписался на канал Рыжий Кот? Обязательно подпишись на наш канал, чтобы не пропустить ни одного розыгрыша, ни одного тюнинга и ни одного интересного видео. Все, всем па! Ка! 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 Забыл рассказать, как получить призы. Да, смотрите, победители наши, смотрите внизу в описании, как получить свои призы. Все, всем пока! Пока! Пока-пока! Ha ha.